Приветствую всех, с вами Финаргот, и я хотел бы предоставить вашему вниманию русскую озвучку Деваурера, которую подготовил Эмиральд. Приятного просмотра. Смешно, мрака пришел я, темные крылья пророчества вернули меня свыше. Я вернулся вместе с более темными мыслями в голове. Попробуем-ка еще раз. Я еще не побежден. Ненадолго во внешнюю тьму и обратно. И снова я расправил крылья. Двигаемся по ветру. Взмахи крыльев в ритме бесконечности. Хорошие вести доходят неспешно, а у плохих же есть крылья. Опасные высоты. Я могу видеть в небе отсюда. Тьма сгущается. Волна урагана безумия. Я поймал восходящий поток. Да, дурные признаменовения. На крыльях мрака и тени. Дурные знаки. Уже лечу, лечу из мира на окраине. Да, я несу дурные вести. Тьма наступает, кровавый рассвет. Да, твое будущее покрыто мраком. Предтечь судьбы, бездна требует жертвы. Я несу разрушение в атаку. Обреченный полет в такт взмахом крыльев тьмы. Мрачные тени, я предвестник разрушения под эгидой тьмы. Пришла пора поспать. Худшее еще впереди. Хватит с тебя. Когда разум готов, смерть не заставит тебя долго ждать. Я лишь исполнитель предсказанного. Я не причина. Я... Исход. Убирайся. Разум — это бремя, от которого я тебя освободил. Острая боль, пронзившая тебя, это мой разум. Железки мясник были так же тупы, как и ты сам. Вдребезги, на кусочки, в мелкий песок. Предвестник плохих известий для антимага. Ты была ложной пророчицей. Я слыхал, что твою броню невозможно пробить, но, видимо, это было вранье. Я не могу быть пережитком времени. Кто прервал мою жизнь? Крылья такие тяжелые. Мир на окраине зовет меня. Мое сердце окаменело. Нет, я ненавижу тебя. Это будет для них предзнаменованием моего прихода. The battle begins. И здравомыслие я разрушу в пух и прах. Их мечты о победе я безжалостно уничтожу. Теперь они не успеют моргнуть и глазом, как придет их кончина. БКБ. Шивасгард. Скипетр.
талисман. Отложим неизбежное. Мрачные предзнаменовения осуществятся. Иллюзия. Невидимость. Двойной урон. Регенерация. Ускорение. Попутный ветер. Ускоряй мой ход. Бессмертие. Внизу никого. В центре никого. Наверху никого. Большое спасибо за просмотр. Скачать финальный вариант можно будет уже совсем скоро, когда мы подготовим вам полноценный релиз нескольких героев. Оставляйте комментарии, мотивируйте нас и подписывайтесь на наш канал. Вместе мы сделаем лучший русский дубляж для Dota 2.